Привет, братья революционеры. Это истинный следователь. Хочу немножко про Сбербанк поговорить. Тут вот такая надпись. Смешная. Сбербанк. Все. 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 Закончился. Типа сдох. Это я так интерпретирую. Ну, так и есть. В общем, это не государственный банк. Повторю там, что я в предыдущих роликах говорил. В этой мафии, бандитам, которые в Москве засели, называется государством, родиной называется, просто наркоманы, психи, вот это их банк. Если что-нибудь положите туда, то все, они у вас тащат. Ну что так просто не стащили? Что я хотел сказать нового? Есть новые отделения, сделает Сбербанк, но это, естественно, не для народа, а чтобы оборовать больше. И там банкоматы есть Наутилус, Хиосунг. Там есть что прогрессивного, беспроводная такая панелька. Я к ней прикладывал, ничего не сработало, не работает беспроводная. Хотя это прогрессивно, я считаю. Зачем в щелку вставлять? Бред, приложил, код ввел, нормально, хватит. Ну и удобней, меньше пачкаться. Карты будут. Не работает. И там карту, когда не вставляете, есть кнопка «Оплатить», «Платежи», она не работает. У них, видно, нет доступа, не сделан доступ к базе. Но вот вы видите прекрасно, что структуру, у которой триллионы денег, платят они этим чувакам, которые занимаются, начальники, заведующие отдела, по 300 тысяч рублей, ну, то есть несколько тысяч долларов. И у них все херово работает. Ну, кое-как они, Ришка, конечно, работает, но вот в сторону прогресса, видите, как я понимаю, научилось, это китайские какие-то банкоматы они купили. Вот. Вот эти вот две штучки не работают. Ну, всякие остальные, есть там недостаточки, там, где терминалы, там, панель кодов открыта, и вот ну, можно рукой прикрыть, но толком ее не прикрывает народ. Да зачем этому воровскому банку о безопасности заниматься? Он все, что можно, уворовал. Но ему нужно еще, поэтому строится новое отделение. На этом пока все. Вроде что нового интересного узнал про Сбербанк, рассказал вам. У меня там ничего нету. Был как-то данный вклад, сейчас нету. Карточка есть, она закончилась. Я ее хотел демонстративно разрезать в ролике. Что это гнида, часть государства. Но я сниму, покажу, как я ее режу, эту суку, карточку. Пока. Это истинный следователь про неработающие наутилусы, банкоматы в Сбербанке. Пока.